Наталья Ивановна, это ваша инициатива создать польский культурный центр в школе номер 101? Да, это именно инициатива Союза поляков Дона. Мы очень активно работаем в проекте 150 культур Дона. С этой школой мы очень дружим. Здесь создан ансамбль «Яскулки», вы вот видели ребят из этого ансамбля. Здесь у нас работает уже и поставил два спектакля польский культурный театр имени Адама Мицкевича. Наши члены организации, они бесплатно занимаются танцами, песни, у нас профессиональный хореограф, вот, очень много талантливых людей, художников, журналистов, писателей. Вот вы сегодня увидите представление нашей художницы замечательной. Она написала чудную книгу. С этой школой вы сколько лет сотрудничаете? С этой школой мы работаем 2 года. А язык сколько здесь изучают? Язык только начали. Это пробный. Приехала пани Агнешка Корольчук, она очень хороший специалист, это доктор, человек, который принимает экзамены в Польше на знание польского языка. Один из самых серьезных специалистов в этой области. Вообще обычно приезжают студенты последних курсов. Это вот нам так повезло. Посольство нам поспособствовало, и приехал такой потрясающий специалист. И нужно отметить, что колоссальный интерес у детей. В первый день пришло немножко, потом еще больше, потом еще больше, и потом мы за голову взялись. Активно ростовчане поглощают польскую культуру? Очень активно, очень активно. Для меня это что-нибудь новое. Как многие люди интересуются польской культурой и польским языком. Где вы успели за это время побывать? Немножко в Ростове на Дону, Новочеркасск, Старочеркасск, Таганрог. Потому что я люблю Антона Павловича Чехова. На том уроке мы повторим немножко наши раньше уроки. 2 nowe głagoła. Сегодня это будет глагол śpiewać, śpiewać, mieszkać, żyć. Это уже давняя традиция. Здесь создан клуб дружбы народов, единства, и мы контактируем со всеми диаспорами, в том числе и польской. Но в прошлом году в рамках этнопроекта 150 культур Дона наши ребята выявили желание, то есть из ряда славянских культур, представленных на выбор, да, выбрали польскую культуру, поучаствовали в ряде мероприятий, то есть мы ставили сказки, мы участвовали в сочинениях, то есть конкурсных, с подачи польской диаспоры, то есть представили нам и преподаватель, то есть носитель языка, носитель культуры, ребята очень активно откликнулись, заинтересовались именно посмотреть настоящего жителя, да, то есть другого государства, это носителя языка, то есть они посмотрели, послушали, услышали на слух именно польский язык, как он звучит. Ну, поэтому вот такое у нас доброе сотрудничество именно с польской диаспорой. Они читают. Сережа, что они читают? Co oni czytają? Czy oni czytają film? Nie. Książkę. Książkę. No dobrze, to teraz Liza. My. My. Pytasz. My? Oui. No to forma my. Pytamy. Pamiętamy, że to jest my. My nie gawarim, no my. Pytamy. Когда я узнала, что в нашей школе будут преподавать польский язык, доктор Агнешка Корольчук, которая приехала специально из Варшавы, мне эта новость очень понравилась, и я захотела изучить, потому что надо узнавать что-то новое. У меня мама полька, я хотел бы углубиться в этот язык, расширить свои познания в польском языке. Хотела бы изучить польский язык, так как в будущем я хочу поехать в Польшу.